В Эфипском доме культуры стартовал зональный этап краевого фестиваля «Нам в России жить». В нем приняли участие подростково-молодежные объединения из разных уголков края. Город Анапа, Горячий Ключ, Абинский, Северский, Туапсинский и Крымские районы. Открыла фестиваль выступление акробатов студии «Диана». Приветственным словом к участникам обратилась начальник районного управления культуры Галина Куролесина. Первые дни каникул замечательно, что наши ребята продолжают заниматься творчеством, приходят в наши учреждения культуры и готовят интересные программы. Но поскольку сегодня у нас конкурс, желаю всем только побед, удачи и успехов во всем. Конкурсные программы представили 8 команд. Это волонтерские объединения, театральные студии, молодежные клубы. Юные, креативные, увлеченные. Деятельность ребят направлена на формирование активной гражданской позиции, пропаганду здорового образа жизни и моральных ценностей у сверстников. Будущее за такими инициативными, неравнодушными и добрыми жителями нашей страны.